Нижегородская область стала лидером по реализации проекта «Эффективный регион». В рамках этого проекта в 2017 году наш регион вошел в число пилотных областей участников федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Работа организована правительством области совместно с госкорпорацией «Росатом» на основе принципов бережливого производства. В 9 регионах Российской Федерации отработал прошедший год «Росатом» с точки зрения создания центров компетенций, повышения производительности труда на предприятиях, создания эффективных, бережливых социальных органов и организаций. Здесь, в Нижегородской области, получены наиболее высокие, наиболее значимые результаты. Да, отчасти это потому, что «Росатом» здесь потратил больше сил, вложил больше ресурс. Но любой союз – это дело двух сторон, поэтому одновременно с этим и область наиболее неравнодушно отнеслась к этому направлению. Действительно, получены серьезные результаты по повышению эффективности как управленческой, так и производственной. И самое главное, сделан серьезный задел на будущее. Данная работа, она возможна только благодаря действительно активной помощи и вовлеченности «Росатома», лично Алексея Евгеньевича, которому я огромную признательность выражаю. Я надеюсь, что нам вместе с «Росатомом» за образец в виде такого пилотного региона Нижегородской области стыдно точно не будет. Еще один момент хотел сказать. У нас с «Росатомом» активное сотрудничество идет не только по теме производительность труда и эффективный регион, но и по теме цифровизации, цифровой экономики, реализации проектов цифрового муниципалитета, цифровое предприятие. Вот, по сути, объединение этих двух проектов, да, в рамках эффективного госуправления дает, как мы сегодня вы услышали, такой термин «Smart Lean City». Да? Вот мы надеемся, что результатом нашего сотрудничества в конечном итоге будут умные, эффективные города и умный, эффективный регион.